Он умер в октябре 2019 года в далекой Великобритании. Вторую половину своей жизни легендарный советский диссидент, один из основателей демократического движения в СССР, Владимир Буковский, жил в Кембридже, занимался наукой. Случилось это после того, как 18 декабря 1976 года его обменяли на самого известного чилийского политзаключенного, лидера коммунистической партии Чили Луиса Карвалана. Частушка, сочиненная Вадимом Делане по этому поводу, сегодня известна всем. Обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Где б найти такую, чтоб на Брежнева сменять?